Привет, дорогие мои друзья! Вот собрал я на днях черную смородинку. Обобрал не всю, остался еще один кустик, потому что он как-то еще не совсем созрел. Так что один кустик у меня еще стоит. Через несколько дней я его соберу и варенье из него варить не буду, а отправлю в морозилку, заморожу. А вот здесь у меня получилось 7 литровых кружек смородины. Сахар я положил один к одному. Ночь она у меня постояла, перемешанная с сахаром. Сейчас вот на медленном-медленном огне буду варить. Доведу все это дело до кипения. Прокипячу 5 минут и оставлю остывать. Когда подостынет, прокипячу еще 5 минут. И буду раскладывать по банкам. Мешать, ну вот у меня из нержавейки ложка. Ну, как говорят, мешать лучше, конечно, деревянной ложкой или лопаткой. Еще что хочу сказать. Никогда не добавляйте в смородину воду. В том году насмотрелся я YouTube рецептов. Варил варенье из черной смородины и добавил воды. Получилось вообще галимая жидня, жидня жидней. Воду добавлять не надо. Смородина и так замечательно дает сок. И долго варить не надо. 2 раза или 3 раза по 5 минут этого достаточно. Не надо варить ее по полчаса, по часу. Блин, это не джем, ё-моё, это варенье. 5 минут, остудили, еще 5 минут. И этого вполне достаточно. Варенье будет замечательное, вкусное. Ягодки не будут журенными. Если варить очень долго, то ягоды получаются такие все сжуренные, скукоженные и тугие. Вот. А вот в таком способе по 5 минут вообще замечательно. Ягодки все такие кругленькие, ровненькие и те, которые не лопнули при варке, вот, они остаются мягкими, не твердыми и не сжуренными. Так что сейчас вот буду доводить все это дело до кипения, чтобы сахар растворился. И нужно помешивать, обязательно помешивать. Так, вот эти кустики я уже обобрал. Вот он, крайний кустик остался. Так. Ну, в принципе, уже такая. Матвей, ты проверять идешь тоже? Ну да, в принципе, уже сладенькая. Я думаю, завтра, наверное, вот этот кустик тоже оберу. Его в морозилку положу. Пускай в морозилочке лежит для настоечек. Матвейка, куда пошел? Так, еще что, ребят, хотел сказать. Вот по поводу, что я варю варенье в алюминиевом тазу. У кого есть эмалированные посуды, варите в эмалированной посуде. У кого есть нержавеющая посуда, варите в нержавеющей посуде. У меня просто ничего такого подходящего не нашлось. Я варю в тазу из алюминия. Кто-то, может, скажет, вредно, не знаю. Всю жизнь в алюминиевом тазу варили. Так что вот как-то так. Так. Вот что у меня, сахар почти растворился, даже вернее не почти растворился, а уже совсем растворился. Вот, так сказать, на стадии закипания варенья, сейчас уже будет закипать. И по мере того, как растворялся сахар, я потихонечку прибавлял газ. Сначала прям на самом-самом минимуме, постоянно помешивая, потом сахар растворялся и газ я по чуть-чудочке добавлял.
Вот, не помню, сказал я или нет, соотношение сахара и смородины 1:1. Сахар, кстати, зараза, подорожал, был 36 рублей, сейчас уже 41 рубль. Ну что, сейчас время такое, все варенье варят, засолки делают, и вот, как всегда, каждый год в это время сахар дорожает. Не знаю, вот, в принципе, для какой такой цели добавляют воду в варенье, вот оно, без всякой воды. И вполне здесь достаточно жижки, блин, ё-моё. Если еще воды сюда нахерачить, как я в том году, блин, насмотрелся рецептов, воды добавил, вообще будет жидня-жиднёй. Так что, как я считаю, нафиг не нужна здесь никакая вода. Только этот самый смородина и только сахар, всего, этого достаточно. Сейчас вот доведу до кипения. Должна появиться пенка, пенку сниму. И все будет ништяк. Все будет супер. Вот, такие дела. Я с прошлогодним вареньем, у меня там несколько банок было, вот это, которое жидкое получилось, я его в брагу клал. Блин, вообще, конечно, офигенно. Просто сахарная брага и туда полторашку варенья. Отлично получается. А если вообще чисто брагу поставить на варенье, вообще будет вещь. Так что если у кого вот так вот, у знакомых, у друзей, может быть, вот варенье там какое-нибудь засахаренное, старое остается, забирайте себе, делайте из него брагу и потом варите самогон. Ну вот, вареница мое закипело. Сейчас 5 минуточек и все, снимаю и оставляю остывать. Когда остынет, проварю еще 5 минут и буду накладывать в банки. Банки я стерилизую. Не знаю, нужно их стерилизовать или нет по-правильному, но я на всякий случай банки стерилизую. Вот, в принципе, ничего хитрого нет, как я делаю. Так что натуральный продукт со своего огорода. Ну вот и все, варенье простояло ночь. Сейчас оно у меня прокипело второй раз 5 минут. Вот газ я уже отключил. Пастеризовал банки. Вот сейчас стерилизуются крышки. Но дело в том, что, как мне сказали, на варенье можно банки и не стерилизовать. Ну, я этого не знал, всегда стерилизовал и сегодня тоже простерилизовал. Запах стоит, конечно, ребята, обалденный. Просто на всю квартиру пахнет черной смородиной. Красота. Сейчас буду раскладывать все это в баночки и на зиму. Получилось у меня, друзья, 9,5 литров варенья. Здесь вот 9 банок стоит, а всего получилось 10 банок. Десятую баночку я уже убрал в холодильник, открыл ее, в общем, снимал пробу. Варенье получилось замечательное, очень вкусное. Все очень быстро и без всяких проблем. Последний кустик я вчера обобрал, собрал с него где-то примерно 2,5 килограмма ягод и убрал в морозилку. Буду использовать эту смородину замороженную для настоек на самогоне. Это здесь вот мой бидончик стоит с зерновой брагой. Уже практически отбродил. Такие редкие-редкие бульки в гидрозатворе идут. Слабенькие такие. Вот, уже практически отбродил. Я его периодически перемешиваю где-то раз в сутки. Бидон не открываю прям так. Ну, в общем, скоро уже перегонять. Ну, а по поводу вареницы вот такая вот красота. Сегодня, кстати, был на рынке,
Черная смородина стоит 150-170 рублей килограмм. Крыжовник, двухлитровое ведерочко такое, пластиковое, маленькое, стоит 250 рублей килограмм. Красная смородина, майонезное ведерочко, 150 рублей килограмм. Короче, цены вообще жесть. Все, друзья мои, всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем удачи!